Колокольчик поет и ребят себе зовет. Как же я рада, что детки к нам пришли. Здравствуйте, ребятки. Прежде чем мы начнем играть, нам нужно с вами размять хорошенечко пальцы. Готовы? Поехали! Хлопнули в ладошки, хлоп-хлоп-хлоп. Хлопнули в ладошки, хлоп-хлоп-хлоп. Здравствуй, солнце золотое. Тянемся, тянемся вверх. Здравствуй, небо голубое. Здравствуй, легкий ветерок. И листочками, листочками. Здравствуй, тоненький дубок. Тише, тише, что мы слышим? О, этот дождь опять стучал нам по крышам. А потом пойдет быстрее. Будет все сильнее, 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 сильнее. Кулак большой-большой. Ладошка. Да, опять кулак. Успеваете? Давайте, давайте, спешите. Ладошка. Большие ноги идут по дороге. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Маленькие ножки бежали по дорожке. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Я стучу, стучу, стучу. Перекладываем теперь молоток в другую руку. 100 гвоздей заколочу. 2 кулака вместе и сверху будем строить дом. Дом и все выше и выше. И будем жить в нем, в нем. Спинку выпрямили и хорошенечко, хорошенечко крышу сделали. Хорошо. Рельсы, 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 рельсы. Шпалы, 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 шпалы. Поехали! Ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг посыпался. У меня горох, а у вас что? Ага, да, можно и хлеб, можно и семечки, можно, правильно. Пришли куры, поклевали, 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 поклевали. Пришли гуси, пощипали, пощипали, пощипали. Пришел слон, потоптал, 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 потоптал. Пришел маленький слоненок, тихо, тихо. Пришла слониха, потоптала, 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 потоптала. Пришел дворник, все подмел, хорошо. Две ладошки на стол. Угу. Только одну открываем и начинаем кувыркаться в разные стороны. Кони, 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 кони. Хорошо. Кулачок закрываем. Мы сидели на балконе. Давайте еще разочек. Мы сидели на балконе. Чай пили. Чашки били, так понарошку, по-турецки говорили. Замечательно. Оставляем наших гусей и спрашиваем: гуси, гуси. Они нам говорят: га, га, га. Есть хотите? Да, помогайте. Да, да, да. Хлеба с маслом? Нет, нет, нет. Так чего же вам? Не слышу. Верно, конфет. Здорово. Мы делили. Что? Хорошо, апельсин. Много нас, а он один. Да, много доставайте пальчиков, а здесь один. Верно. Эта долька для котят. Закрыли. Эта долька для утят. Закрыли. Эта долька для ежа. Закрыли. Эта долька для ужа. Закрыли. А эта долька для бобра. Все, дольки-то закончились. Повесили кожуру, одна кожура осталась. А для волка что? Да, кожура. Вот он, сердится, беда. Разбегайся кто куда. Отлично, руки мы с вами размяли. А теперь давайте думать. Ребятки, посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости. И это моя знакомая. Ее зовут Маруся. Знакомься, Маруся. Там наши ребятки. Марусе очень нравятся эти тетради. Она частенько их приносит с собой, чтобы мы вместе по ним позанимались. Вот и сегодня она принесла для нас очередную тетрадь, прихватила маркер и очень хочет, чтобы мы вместе с ней и вместе с вами сделали ее любимое задание. Маруся мне уже рассказала по секрету, что ей очень нравится задание вот с этими куклами. Да, Марусь, правда? Вот. Эти куклы не могут найти свою одежду.
растеряли и просят нас помочь. Давайте попробуем. У этой куклы кофта полосатая, оранжево-зеленый, оранжево-зеленый. Где же такая же кофта? Марусь, как думаешь? Точно, Марусь, правильно. Давай, ты будешь показывать, а я буду соединять. На, кукла, твою кофту. У этой куклы юбочка какая интересная. Розовый здесь цвет, оранжевый и голубой. Ну-ка, 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 где же такая юбочка? Правильно, Марусь, здорово. Вот, держи свою юбочку. У этой куклы какой интересный сарафан. Даже платье, я бы сказала, розовое с зеленым. Марусь, давай, помогай, разглядывай. Точно, 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 правильно. Давайте, ребятки, вместе с нами тоже присоединяйтесь. Берите правильно фломастер в руку. Если вдруг вы забыли, я вам напомню. Закрываем три пальца, да? Вкладываем себе маркер, закрываем эти два пальца и вот так вот правильно держим. И поехали. Мы с Марусей будем здесь соединять куклам, искать одежду, а вы там у себя. Сначала рассмотрите одежду у куклы. Вот, например, у следующей у нее сарафан белый, голубого цвета. Белый, голубой. Сначала, в общем, смотрим на одежду, ищем такую же одежду здесь и соединяем. Марусь, ты нашла? Правильно, нашла. И вы, ребятки, соединяйте. И мы с Марусей будем. Правильно, Марусь, я все делаю, да? Сердце отдадим какой куколке? Этой или этой? Мне кажется, этой, да? Так. У нас еще есть юбочка желтая. Штанишки розовые. Так, что еще осталось? Слушай, по-моему, все раздали. Сколько, Марусь, кукол-то? Нет, нет, смотри, забыли. Оранжевую юбку забыли. Вон, чуть не расплакалась. На-на-на тебе твою оранжевую юбку. Не плачь. Мы нашли все. Марусь, сколько кукол-то у тебя там? Правильно, ребятки. И вы тоже скажите. Много-много кукол. А одежды сколько тут? Тоже много-много. И каждой кукле мы дали по одной одежде. Достаем палец один и говорим по одной одежде. У каждой куклы по одной одежде. А кукол и одежды много. Марусь, какое хорошее задание принесла. Спасибо тебе, настроение подняла. Возьмем, закроем маркер, чтобы он не засох. Возьмем сухую салфетку. Марусь, давай я тебе помогу. И сотрем все наши дела. Ой, какое хорошее задание. Куклы такие разноцветные, улыбаются. И причем машут нам и говорят спасибо, спасибо, что нашли нам одежду. Пожалуйста. Марусь, я закрываю твою тетрадь. Отдаю тебе твой маркер. Приходи к нам еще. Не падай. Приходи к нам еще. Ребятки, помашите рукой Марусе. Пока-пока! Маруся пошла по своим делам. Ребятки, хочу вас познакомить с еще одной моей помощницей. Зовут ее Луна. И Луна сегодня нам принесла кубики и много разных маленьких животных. И предлагает с этими кубиками поиграть. Только пока не знает как. У меня спрашивает. Ну давайте попробуем придумать. Первое, что мне пришло в голову, давайте попробуем построить две башни из этих кубиков так, чтобы одна башня была очень высокой, а другая была низкой. Попробуем? У вас тоже есть такие же кубики, давайте пробовать. Я свою буду башню строить, а вы давайте свою. Подумаем, как нам нужно поставить кубики, чтобы одна была очень высокой, а другая была очень низкой. Вот, мне кажется, вот так. Сколько башен у нас с вами получилось, ребятки? Две, совершенно верно. Достанем пальцы, да? Один, два. Две башни получились. Одна у нас какая получилась?
очень высокая, да, все выше, 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 руки поднимаем вверх, высокая, высокая, а другая башня низкая, совершенно верно. И Луна предлагает нам около высокой башни поставить очень много животных, а около низкой башни мало животных. Можно даже по количеству кубиков 1, 2, 3. Если у меня здесь 3 кубика, то я поставлю 1, 2, 3, только 3 животных, а около высокой башни я поставлю много животных. И вы тоже давайте много-много. Вот. Около низкой башни мало животных, около высокой их сколько? Да, много-много. Лун, видишь, какая у нас игра получается интересная из твоих кубиков? Давайте еще что-нибудь придумаем. Заберем животных. Давайте попробуем спрятать за высокую башню одну машину, а за низкую башню одно животное. Спрятали за башню. Ну-ка, прячьте так, чтобы не было видно. Ну-ка, у меня не видно? Не видно, потому что они за башней стоят, они спрятались. А теперь возьмем еще по одному животному и поставим перед башней. Перед башней, чтобы их было видно. Еще возьмем по одному животному и поставим их справа от башен. От высокой справа и справа от низкой. Вот. Я, уважаемые родители, буду зеркально показывать, потому что не все дети в этом возрасте могут развернуть в пространстве постройки и понять, что у них право с этой стороны. Поэтому не пугайтесь, буду зеркально показывать. Возьмем еще по одной игрушке и теперь поставим слева от низкой башни и слева от высокой. Получилось. А еще возьмем по одному животному и поставим на башню, на низкую башню и на высокую башню. Вроде бы распределили все роли. Давайте теперь разбираться. Покажи, пожалуйста, животных, которые стоят перед башней. Нашел? Да, да, вот они, перед башней. Уберем. Давай найдем животных, которые стоят слева от башни. Ну-ка, ищем, 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 ищем. Совершенно верно. Заберем тех животных, которые стоят слева от наших двух башенок. А теперь найдем те игрушки, которые спрятались за башнями. Ну-ка, где они? Верно, вот они. Спрятались за башню. Убрали. Остались у нас животные, которые на башне и справа от башни. Каких возьмем? Каких заберем? Ну, давай справа. Справа от башен и на башнях. На низкой и на высокой. Вот как хорошо мы с вами предлоги повторили. Перед башней, за башней, на башне, справа и слева. Замечательно получилось. Ты все, Луна, запомнила? Да? Хорошо. А теперь послушайте внимательно. Сейчас я вам дам задание. Для этого задания нам понадобится машинка небольшая и какое-нибудь животное. Ну вот я тигра возьму, хочется тигра. Приготовили эти игрушки и внимательно слушаем. Ушки растопырили и слушаем. Поставь машину на красный кубик, а животное на желтый. Родители, старайтесь не повторять эту инструкцию, чтобы ребенок сам удерживал в своей памяти все мои слова. Повторю еще раз. Машину поставим на красный кубик, животное на желтый. Поехали. У вас также получилось? Замечательно. Еще слушаем. Найдем любое животное и поставим на синий кубик, а машину на зеленый. У вас также получилось? Хорошо, хорошая у нас память. А сейчас, пожалуйста, поменяйте жильцов синего и желтого кубиков.
Родители, не повторяйте, пусть ребенок сам удерживает инструкцию в голове. Сделал? Я сделаю то же самое. У тебя также получилось? Ну и замечательно. Очень хорошая игра у нас получилась. А сейчас давай поставим на каждый кубик по одной игрушке. По какой хочешь. И цвет не важен. Так, чтобы они не упали. Не спешим. Животные маленькие. Чтобы они не падали. Вот. У меня получилась одна игрушка лишняя, потому что кубики закончились, да? Можно вот машину убрать, животное сюда поставить. Но все равно одна игрушка у меня лишняя. Значит, игрушек у нас больше, чем кубиков. Насколько больше? У меня получилось на один. Покажи, достаем палец и покажем на один. Игрушек больше, чем кубиков на один. Одна лишняя игрушка. Уберу ее. И сейчас у меня кубиков и игрушек поровну, по одному. Один кубик и одна игрушка. Один кубик и одна игрушка. Игрушек, давай вместе скажем, игрушек и кубиков поровну, и пальцы достаем, по одному. Прекрасная у нас какая игра получилась. Луна, спасибо тебе за животных, за машину и за кубики. Какая интересная получилась у нас тут игра. Луна, спасибо тебе за кубики и спасибо за маленькие игрушки. Очень замечательная игра получилась. А скажи, пожалуйста, есть еще какая-нибудь игрушка для нас, а? Сейчас Луна что-то нам говорит. Есть! Луна нам принесла, говорит, шарики. Ну-ка давайте-ка убираем все кубики на место и ждем от Луны шарики. Обещала, наша дорогая Луна принесла нам шары, а еще принесла контейнер для льда. Я думаю, что у всех он найдется. А еще я знаю, что у вас есть вот такие пинцеты. Луна предлагает брать нам шарики, вот эти вот шарики из фольги, не руками и складывать их в ячейки, а сделать это пинцетами и как можно быстрее. Попробуем, можно даже устроить соревнование. Если у вашей мамы, папы или бабушки тоже есть такие пинцеты и тоже есть еще один контейнер и еще одни шарики, то можно устроить дома целое соревнование. Кто быстрее всех заполнит все ячейки? Ну что, поехали? Приготовили? Правая рука, левая рука. Берем по одному шарику и по быстренько кладем в ячейки. Луна, давай, командуй, и мы начнем. Тяф, тяф. Поехали. Не спешим, стараемся, чтобы шарики наши не разбежались, не укатились. Работаем двумя руками одновременно. Концентрируемся. Так. Уважаемые родители, если вы видите, что ваш ребенок не успевает, поставьте видео на паузу. Ура! Я готова! А ты, как у тебя там получилось? Я думаю, что у вас ручки такие же ловкие, быстрые, и у вас все получилось. Хотите еще раз попробовать? Давайте? Давайте высыпаем обратно все шарики в миску. Луна, мы готовы. Командуй! Паф, паф! Поехали! Ой, ой, не поймать никак. Какие шарики! Выскальзывают. Ой-ой. Сильно старайтесь не давить, а то шарик улетит. И пинцеты наши могут сломаться. Готово! А у вас как дела? Готовы? Ну и прекрасно. Видите, какая замечательная игра получилась? Луна, огромное тебе спасибо за такие замечательные пинцеты, за такие удивительные шарики и за такой контейнер для льда. Какая интересная игра получилась. Луна, мы хотим еще. У тебя еще есть игры? Что-то говорит. О, Луна говорит, что у нее еще одна игра для нас припасена. Эта игра будет с водой. Поехали. Thank you.
Ребятки, посмотрите, как и обещала Луна, она нам принесла воду и много разных игрушек. Какие-то игрушки легкие и плавают на воде, а какие-то тяжелые и утонули. Луна предлагает нам вот таким вот ситечком выловить сначала все предметы легкие, которые плавают на воде, и положить в одну миску. А потом выловить все тяжелые предметы, которые опустились на дно и утонули, и сложить в другую миску. Попробуем? Поехали! Вылавливаем все, что плавает, и складываем в одну миску. Все, что легкое плавает, ловим и складываем в одну. Так классно, такая медитация, мозг сразу расслабляется. Вот, у меня, кажется, все. А у вас как там дела? Одну миску наполнили, в этой миске легкие предметы. Наполняем следующую миску с тяжелыми предметами. Луна, мы выловили тяжелые предметы и легкие с помощью этого ситечка. Что нам делать дальше? Расскажи. Что-то хочет Луна сказать, послушаю. Ага, поняла. Да, передам, ребятка, передам. Хорошо, спасибо. Луна просит убрать контейнер с водой, он нам больше не нужен. И Луна предлагает нам сделать этих тяжелые и легкие предметы поровну. Попробуем? Сейчас у меня вот, например, тяжелых предметов меньше, мне кажется, чем легких. И вот нужно выяснить, насколько легких предметов больше, чем тяжелых. Я что буду делать? Я беру тяжелый предмет и на него кладу легкий. Или рядом. Тяжелый предмет и рядом легкий. Тяжелый и рядом легкий. Считать-то мы с вами еще не очень умеем, поэтому можно сделать вот таким образом. И рядом легкий. Пока все поровну, да, по одному. Тяжелый и рядом легкий. Тяжелый, рядом легкий. Тяжелый, рядом легкий. Тяжелый, рядом легкий. Тяжелый, рядом легкий. Еще тяжелый, рядом легкий. Еще два осталось. Тяжелый, сейчас подвину, чтоб место было. Тяжелый, рядом легкий. И еще двигаем, чтобы было место. И еще тяжелый предмет и рядом легкий. Ребятки, смотрите, что произошло. Тяжелые предметы закончились. Да? Пусто. Луна, видишь? Пусто. Нет больше тяжелых предметов. А легкие предметы у нас остались. Значит, какой делаем вывод? Что легких предметов больше, чем тяжелых. Правильно? Вот по одному, по одному, по одному мы здесь все сложили. Все, тяжелые закончились, а легкие остались. Легких больше, чем тяжелых. Луна, мы справились с твоей задачей? Выяснили, что легких предметов намного больше, чем тяжелых. Спасибо тебе за такую замечательную игру. Здорово. А есть еще что-нибудь, а? Мы бы еще поиграли бы. Есть, есть. Луна принесла, говорит, для нас животных. Ну-ка, убираем все наши легкие и тяжелые предметы. Если здесь есть вода, салфеткой протираем и ждем в гости животных.
Ребятки, посмотрите, Луна обещала нам животных, и их же и принесла. Принесла слона, бегемота, носорога, корову и кенгуру. И предлагает нам Луна с этими животными поиграть в прятки. Вы сейчас будете закрывать глаза. Пока ваши глаза закрыты, кто-то из животных спрячется и убежит. Вы глаза открываете и громко скажете, кто здесь стоял и кто пропал. Но, конечно же, будете говорить не мне, потому что я вас не услышу, а будете говорить родителю, который сидит рядом. Ладно? Договорились? Итак, сначала нам нужно запомнить, каких животных нам принесла Луна. Принесла корову, слона, бегемота. Запоминайте, фотографируйте все-все-все, кто где стоит. Носорога и кенгуру. Получается, что это все у нас животные жарких стран. И только корова у нас животное домашнее и в нашей полосе живет. В Африке она не живет. Кенгуру, носорог, бегемот, слон и корова. Готовы? Все запомнили? Все сфотографировали? Закрываем глазки. Открываем и смотрим, кто у нас пропал, кто убежал. Так, 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 думаем. Кенгуру вроде на месте, да, носорог на месте, бегемот на месте, слон на месте. О, мне кажется, здесь кто-то стоял. Кто же пропал-то, а? Правильно, ребятки, пропала корова. Она с нами играла в прятки. Хорошо, глазастые какие, Лун. Видишь, как мы справляемся с твоими животными. Поехали дальше. Закрываем глазки. Открываем. Кто на этот раз спрятался? Так, 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 смотрим. Корова на месте, слон на месте, бегемот на месте, кенгуру на месте. О, кто-то здесь стоял. Кто пропал-то, а? Ну-ка, кто здесь был? Верно, это был носорог. Ну-ка, давай, носорог, возвращайся. Какой хитрый. Нашли. Еще разочек. Закрываем глазки. Открываем. Кто пропал? Какая сложная задача. Лун-то что придумал, да? Корова на месте. Бегемот раз здесь стоял? Мне кажется, что-то здесь изменилось. Так, носорог на месте, кенгуру на месте. Кто же пропал? Помните? Бегемот, по-моему, здесь стоял. А на месте бегемот этот кто был-то? Верно, это был слон. Вон какие хитрые. Мало того, что слон пропал, так еще и бегемот перешел на его место. Вот какие хитрые, а? Еще разок попробуем? Попробуем? Закрываем глазки. Открываем. Смотрим. Что-то здесь Луна напридумывала, совсем все сложно. Луна, бегемот на другом месте, корова там была, ой, носорог тоже, слон. Все, какое сложное задание, все поменялись местами. Ну, ребятки, надежда только на вас. Я теряюсь в догадках, не пойму, кого же здесь нет, кто же спрятался. Догадались, правда? Нет, не догадались? Ну, давайте вспоминать. Бегемот вроде на месте, слон на месте, корова на месте, носорог на месте. Кто же еще был-то здесь, а, из жаркой страны? Верно, конечно, это был кенгуру. Замечательно. Возвращайся, кенгуру, давай на место. Вот, Луна, спасибо тебе большое за такую интересную игру. И за животных спасибо, и за воду с игрушками, и за шарики, и за кубики. Прекрасное занятие у нас получилось. Ребятки, что-то мы с вами засиделись. Пора, мне кажется, размять наши руки, спину и ноги. Пойдемте, пойдемте, немножечко подвигаемся. Ну что, готовы?
Берем за руки папу, маму, бабушку, дедушку, кто у вас там дома есть, и встаем в большой хоровод. Будем танцевать заиньку. Представим, что у меня здесь брат, здесь сестра, и поехали. Заинька, выходи, серенький, выходи, вот так эдак выходи, вот так эдак выходи. Заинька, хлоп ладошки, серенький, хлоп ладошки, вот так эдак хлоп ладошки, вот так эдак хлоп ладошки. Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой, вот так эдак топни ножкой, вот так эдак топни ножкой. Заинька, повернись, серенький, повернись, вот так эдак повернись, вот так эдак повернись. Заинька, покружись, серенький, покружись, вот так эдак покружись, вот так эдак покружись. Заинька, поклонись, серенький, поклонись, вот так эдак поклонись, вот так эдак поклонись. Отлично! Размяли руки, ноги и спину. Продолжаем дальше. Ноги ставим пошире, приготовили руки, и ветер дует сильный-сильный. Ветер дует нам в лицо. Руки вверх тянем. Закачалось деревцо. Ветерок, все тише, тише. Садитесь сюда на корточки. А теперь тянемся, а деревцо все выше и выше. И листочками потрясем. Отлично. Теперь про шалтай-болтай. Он у нас толстый-толстый какой, вечно крутится. Шалтай-болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Жду вас. Садитесь обязательно. Да. Еще разочек. Толстый-толстый шалтай-болтай. Руки растопырили и крутимся в разные стороны. Шалтай-болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Падайте, все садимся. Да, отлично. А теперь будем прыгать. Кто постарше, тот будет сам прыгать. А кто детки помладше, годика полтора, они же еще прыгать не умеют. Родители, пожалуйста, под подмышки взяли, и будем прыгать этих детей самостоятельно. Родители будут помогать. Попрыгали. По кочкам. Поровненько дорожки. В ямку. Бух! Да, садимся, все хорошо, жду вас. Отлично получилось, еще разочек. Опять маленьких берем под подмышки, большие прыгают сами. По кочкам. Поровненько дорожки. В ямку. Бух! Отлично, упали, да. Встаем. Ребятки, а для следующей разминки нам понадобятся взрослые. Эти взрослые нас будут держать за руки и еще немножечко приподнимать, если, конечно, вы не очень тяжелые. Я как будто взрослый, а детей мне поможет сыграть моя помощница Луна и моя помощница Маруся. Это Луна, а это Маруся. Это две мои помощницы. Они будут нам помогать вести занятия. А сегодня помогут танцевать. Представим, что я родитель, а это вы, ребятки, детки. И мы будем вас сейчас на каруселях катать. Взрослые, приготовьтесь. Держим детей очень крепко. Приподнимаем в какой-то момент. Не уроните, пожалуйста. А потом опять поставим на пол. Ну и поехали. Сначала медленно. Мы все взяли друг за друга за руки. Взрослый ребенок. И идем по кругу. Сначала медленно, а потом все быстрее. Еле-еле. Завертелись карусели. А потом. Всем бегом. Тише, не шумите. Карусели остановите. Раз, два. Вот и кончилась игра. Когда вы ускоряете кружение, детей немножечко приподнимайте, но держите крепко. Ну, конечно, если пространство позволяет. Еще разочек. Дети стоят на полу. Еле. Завертелись карусели. А потом. Все бегом. Тише, не шумите.
карусель остановите. Раз, два, раз, два. Вот и кончилась игра. Руки не опускаем и идем в центр. Месим, месим тесто, месим, месим тесто, месим, месим тесто. Сошлись в круг близко, близко. Прям столкнулись руками. Раздувайся, пузырь. А теперь отпускаем наши руки и кружимся. А, пузырь летел, летел, да за веточку задел. И лопнул. Вот какие карусели хорошие получились. Можно еще разочек. Держимся за руки и идем в центр, чтобы все вместе столкнуться. Месим, месим тесто, месим, месим тесто, месим, месим тесто. Раздувайся, пузырь. Отпускаем детей. А пузырь летел, летел, да за веточку задел. И лопнул. Вот какая у нас хорошая разминка получилась. А теперь вместе с Марусей и с Луной пойдемте дальше заниматься. Ребятки, вы посмотрите, кто сегодня к нам в гости пришел. Узнаете, на кого он похож? Верно, это поросенок. Нужно еще ему придумать имя какое-нибудь забавное. Назовем его... Ну, пусть будет Ниф-Ниф, да? Давайте, как у волка и три поросенка. Пусть будет Ниф-Ниф. Хотите, чтобы такой же Ниф-Ниф, Наф-Наф или Нуф-Нуф был у вас дома? Хотите? Давайте посмотрим на нашего поросенка. У нашего поросенка есть голова, есть пятачок, есть два глаза, есть две ноздри, да, назовем это. Ушки есть, и он еще и улыбается. Показать, как я такого поросенка сделала? Смотрите. Сначала я взяла картон, потом немножечко помесила соленое тесто. Соленое тесто есть нельзя, потому что оно, в нем очень много соли, и оно будет неприятное. В рот желательно это дело не брать. Вот, нам нужно от нашего теста отщипнуть большой-пребольшой кусок. И это будет у нас голова у поросенка. Мы из него скатаем шар. Попробуем скатать шар и приклеим сейчас на картон. Но картон у нас такой вредный, сильно он дружить с соленым тестом не хочет. Поэтому мы с вами возьмем чуть-чуть воды, смочим нашу картонку, чтобы тесто соленое приклеилось лучше. Все, смазали. И наш большой-пребольшой шар лепим посередине на картонку, но чуть ниже. Так, чтобы оставить место под наши уши. Положили шар, нажали сильно ладошкой, и получился у нас круг. Можно немножечко подровнять, как хотите. Вот так вот можно сделать, если у вас криво получился. А можно и кривого оставить, это будет личный ваш такой поросенок. Вот, из оставшегося теста нам нужно сделать три шарика небольших. Это будет пятачок, ухо и ухо. Примерно делим на три части. Вот так. И из этих частей скатываем шары. Первый шар будет посередине. Это наш пятачок. Положили шарик и нажали. Немножечко, сильно не будем. Еще один шар скатали. Это будет наше ухо. И еще один шар скатали. Будет другое ухо. Уважаемые родители, если ваш ребенок еще мал и не умеет катать шары, выгибаем его ручку вот таким образом, кладем сверху и своей рукой, то есть одной рукой держим, а другой рукой делаем поступательное движение на его ладони, чтобы он почувствовал вот эту закономерность крутящуюся. Держим, а другой ладонью крутим. Попозже он поймет, почувствует свои ощущения, запомнит и будет сам делать точно так же. Положили. Ушки большими пальцами придавили, у меня мокрые пальцы приклеились, и немножечко прищипнули, сделали вот такие уши. Так, почти поросенок готов, не хватает глаз. Берем карандаш и делаем справа и слева углубление под глаза. Находим перец, как можно больше горошинку, и кладем в эти углубления. Вот, глаза у нас уже появились. Теперь нужно сделать пятачок доделать. Тоже карандашом делаем небольшие углубления. И в эти углубления вставляем черный перец максимально большого размера. О, уже почти готов. Осталось нашему поросенку улыбнуться. Улыбку. Улыбку будем делать стекой. Проведем
из угла в угол улыбку. Вот таким образом. Если у вас осталось тесто, можно сделать прическу или какой-нибудь головной убор. Можно стека сделать прическу. Можно улыбку раскрыть, да, как у этого поросенка. А можно и так оставить. Вот, у нас теперь два друга. Ниф-Ниф и Наф-Наф. Вот один. А вот другой. Можно и третьего такого же сделать. И будут три поросенка. Все, наши поросята сейчас очень нежные и мягкие. И могут легко сломаться. Нам нужно этих поросят отнести на подоконник или положить на улицу, если у кого-то есть такая возможность, для того, чтобы они высохли. В духовку лучше не класть, да, и не включать жар, потому что там растрескается. А лучше пусть естественно, и на батарею тоже нельзя. Лучше пусть естественным образом где-нибудь на солнышке, на подоконнике все это высохнет. Когда ваш поросенок высохнет, можно взять краску гуашевую, взять кисточку и подрисовать что-нибудь нашему поросенку. Можно щечки нарисовать, можно еще улыбку подрисовать. Ну, в общем, это как вы придумаете. Вот, правда, замечательные поросята у нас получились? Ниф-ниф и нуф-нуф. Наф-наф не хватает. Прекрасные. Танец буги-вуги. Приготовились. У нас есть правая рука. Мы ее сейчас вперед и ждем музыку. А, руку правую вперед. И... А потом ее назад. А потом опять вперед. И трясем, трясем, трясем. Кружимся. Хлоп, 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 хлоп. На пятки встали. Идем, идем, идем. Идем на пятках. Идем, идем, идем. Идем, идем. Отлично. Готовим руку левую вперед. И руку левую вперед. А потом ее назад. А потом опять вперед. И трясем, трясем, трясем. Кружимся. И ладоши хлопаем вот так. Хлоп, хлоп. Поднимаемся. Носки мы высокие, высокие. Идем по кругу. На носочках. Идем, идем. Высокие, высокие. Идем, идем. Ногу готовим правую. И... Ногу правую вперед. А потом ее назад. А потом опять вперед. И трясем, трясем, трясем. Кружимся. Хлоп, 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 хлоп. И побежали быстро, быстро. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Еще бежим, бежим, бежим. Трясем, 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 кружимся. Хлоп, 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 хлоп. Ну-ка, боком, кто умеет прыгать? Вот так, прыг, 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 прыг. Ну-ка, прыг, прыг, прыг. Отлично. Отлично, ухо готовим. Ухо правое вперед, а потом его назад. А потом опять вперед. И трясем, 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 кружимся. А на боковой стороне можем походить? Идем, идем, руки на поясе. Как мишки коцолапые. Идем, идем. О, как. И ухо, ухо готовим. Ухо левое вперед. А потом его назад. А потом опять вперед. И трясем, трясем, трясем. Кружимся. Хлоп, 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 хлоп. И побежали быстро, быстро. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Ура! Танец называется «Вперед четыре шага». Не расслабляемся, будем внимательны, слушаем. Пам-пам, пам-пам-пам. Вперед четыре шага, назад четыре шага. Назад четыре шага, кружится, кружится, кружится наш хоровод.
ножками потопаем, плечиком подвигаем, прыгаем. Вперед четыре шага, назад четыре шага. Кружится наш хоровод. Ручками, ручками потопаем, ножками потопаем, плечиком подвигаем, прыгаем. Вперед четыре шага, назад четыре шага. Кружится наш хоровод. Ручками, ручками потопаем, ножками потопаем, плечиком подвигаем, прыгаем. Вперед четыре шага, назад четыре шага. Кружится наш хоровод. Ручками, ручками потопаем, ножками потопаем, плечиком подвигаем, прыгаем. Вперед четыре шага, назад четыре шага. Кружится наш хоровод. Ручками, ручками потопаем, ножками потопаем, плечиком подвигаем, прыгаем. Все, отлично, справились. Слушаем внимательно слова. Песня очень хитрая. И танец тоже. Готовы? Поехали. Как живешь? Вот так. Как идешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Ночью спишь? Вот так. Как берешь? Вот так. Отдаешь? Вот так. Как шалишь? Вот так. А грозишь? Вот так. Как скачешь? Вот так. А плачешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Еще быстрее. Готовы? Как живешь? Вот так. Как идешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Ночью спишь? Вот так. Как берешь? Вот так. Отдаешь? Вот так. Как шалишь? Вот так. А грозишь? Вот так. Как скачешь? Вот так. А плачешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Еще быстрее. Готовы? Как живешь? Вот так. Как идешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Ночью спишь? Вот так. Как берешь? Вот так. Отдаешь? Вот так. Как шалишь? Вот так. А грозишь? Вот так. Как скачешь? Вот так. А плачешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Лопаешь? Вот так. Ура! Успели! Отлично! Сейчас побудем немножечко с вами козликами и козлятами, и козочками, и козлами. Шутливая такая будет руссконародная. И шел козел дорогою, дорогою широкою, нашел козу безрогую, безрогую козу. Давай, коза, попрыгаем, 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 и ножками подрыгаем, 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 и ручками похлопаем, 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 и ножками потопаем, 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 и хвостиком помашем, 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 и весело попляшем, 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 головкой покачаем, качаем, качаем, и снова начинаем. Начинаем. И шла коза по мостику, по мостику, по мостику. Нашла козу без хвостика, без хвостика козу. Раз, два, руки в боки ходят, ноги по дороге. Три, четыре, пять, в уме говори скорее. Попрыгаем, попрыгаем, и ножками подрыгаем, 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 и ручками похлопаем, 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 и ножками потопаем, 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 головкой покачаем, качаем, качаем, и снова начинаем мы песенку свою. Нашла козу без хвостика, без хвостика козу. Раз, два, руки в боки ходят, ноги по дороге. Три, четыре, пять, в уме говори скорее. Давай, коза, попрыгаем, 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 и ножками подрыгаем, 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 и ручками похлопаем, 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 и ножками потопаем, потопаем, потопаем.
ручку. Будьте внимательны, слушайте, танец сложный. Не расслабляемся. Пам-пам-пам-пам. На носок, каблучками топнем. Поворот, поворот, и три раза хлопнем. Шаг назад, шаг вперед, дали руку другу. И пойдем, все пойдем по кругу. Берем бабушку, папу, маму, дедушку, идем по большому кругу. Пам-пам-пам-пам. Топ да топ, топ да топ, топают сапожки. Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп, хлопают ладошки. Покачали головой, дали руку другу. Вместе весело пошли по большому кругу. Берем папу, маму, бабушку, идем, идем. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. А теперь все в кружок дружно соберемся. Подмигнем все разок, да и разойдемся. Раз хлопок, два хлопок, дали руку другу. И опять пошли гулять по большому кругу. Папу, маму, бабушку, сестру, брата. Пам-пам-пам! Отлично получилось! Колокольчик поет и ребят себе зовет. Ребятки, приходите все, возвращайтесь. Сколько же мы дел сегодня наделали? И пальцы разминали, и поросенка лепили, и танцевали, и еще разных много заданий делали и с Марусей, и с Луной. Пора бы нам попрощаться и отдохнуть. Предлагаю зажечь сейчас свечу и спеть нам песенку на прощание. Скажем пока, пока мы всем вам, всем до свидания, добрым друзьям. Скажем пока мы всем ребятам. Набираем воздуха побольше и будем сильно-сильно дуть. Луна, тоже помогай. Замечательно. До свидания, было очень хорошо. До свидания, приходите к нам еще. Пока.